Комедіада 2015 запрошує клоунів та мімів з усього світу до Одеси. Комедіада – це унікальний фестиваль, аналогів якому у світі немає. Це унікальне мероприятие. Вот в нашем цеху во всем мире о нем уже знают. Когда собираются клоуны все вместе, допустим, 80 человек было у нас в этом году, это без иностранцев в этом году, как с иностранцами не сложилось. В прошлом, позапрошлом годах приезжали люди там из Британии, из Америки, из Германии, поляки приезжали, и среди них там мастера такого мирового уровня. Важкі часи не привід сумувати. Президент комедіади Георгій Ділієв закликає дати урок песимістам. Прийти на комедіаду і досхочу посміятися, бо ж буде з чого. Конкурсна програма фестивалю, який проводиться в Одесі вже вп'яте, завжди захоплює. Юморину відмінили в Одесі. Значить, а ми сказали, а ми проведемо карнавал. Тобто те, що юморина повинна була робити, ми зробимо це от комедіадою. І ми провели цей карнавал в Одесі. У нас було участников там человек 30, и еще человек 30 к нам клоунов подъехали, только участвовать в карнавале. Из Днепропетровска, из Харькова, из Донецка даже были, разные там. Вот, и они, значит, включились в этот карнавал, мы провели его по Одессе, в трех местах сделали выступление, и потом столько было писем, пожеланий, говорят, слушайте, это лучшая юморина. Потому что не было пьяных рыл и просто вот каких-то вот, ну, случайных людей, а нормальные, вменяемые личности, которые там как магнитом притягивают. Ну, в общем, хорошо получилось. И у нас были артисты, очень много из России артистов было, из Западной Украины были, из Крыма даже были, уже когда Крым отсоединился. То есть мы показали, что клоуны вообще никаких конфликтов не имеют. Девиз фестиваля был «Все клоуны смеются на одном языке». Комедіада 2015 стартує 31 березня, фінішує 2 квітня. Місце зустрічі – Дом клоунів в Одесі. Будуть змагатися найкращі клоуни та міми з усього світу. Гран-прі отримають сміхач вищої категорії, трюкач вищої категорії і дуркач вищої категорії. Приз глядацьких симпатій – сімпач вищої категорії. Мы считаем, что именно вот сейчас наше искусство, оно еще более актуально. И чувствуем, что вот зрители очень нуждаются в юморе, в смехе, причем в таком смехе, который несет какую-то глубину. Не просто вот посмеялся и забыл, а который остается и вызывает какие-то либо мысли, либо какой-то посыл внутренний, там, душевный. И поэтому мы всегда старались разных клоунов вот разностильных приглашать. Комедіада 2015. Усі клоуни сміються однією мовою. Приходьте, приїздіть, прилітайте і переконайтеся.